Влияние экологических факторов на организмы. Вопрос А20. Молочно-кислые бактерии в кишечнике человека – это паразиты, комменсалы, нахлебники, симбионты, случайные временные сожители. Симбионты. Какова роль кислорода в водных экосистемах? Его используют растения для фотосинтеза. Его используют все аэробные растения для дыхания. Его используют животные для дыхания. Животные используют его для дыхания, а растения для фотосинтеза. Его используют все аэробные организмы для дыхания. Первым звеном пищевой цепи могут быть зеленые растения, травоядные животные, хищники, все вышеназванные группы. Зеленые растения. Центр восприятия и понимания речи у человека находится в височной доле, лобной доле, теменной доле, затылочной доле. Височной доле. При слабом освещении человек плохо различает цвета, так как функционируют в основном палочки сетчатки. Функционируют в основном колбочки сетчатки. Хрусталик начинает пропускать свет лишь одного определенного цвета. Фоторецепторы перестают работать. Функционируют в основном палочки сетчатки.